Ага. Не, этого хотят. Неплохо. Это было очевидно. Какой у него дом классный. Даже, наверное, лучше, чем тот на горе. А, можно как человек попить из крана. Класс. Чистенько. Я нашел вход в подвал. Так, там одна дверь была закрыта изнутри. Так. Немытая посуда. Какой кошмар. Хорошо, ну вот вход. Ой, так, с тобой нет. Ты что-нибудь скажешь? Вот он. Нет. Ладно. Concerning your problem. What do you want to know? How am I supposed? We're not sure, but we. A comrade of mine searched. I tell you to go talk with him about it. Oh well. Я задумал дело в отсутствующем ключе. Способ пойти в подвал. Может быть, где-то ниже будет? Через речку, там была речка, грот. Ну да. Да, возможно, где-то здесь. Быстрый способ найти вход в подвал. Сломать ногу. Интересный эффект загорающегося огня. Да, назад дороги не будет. Гильотина, что ли? Даже этим. А. Я не знал, что ты пролезешь сюда. Скорее всего, нужно два ящика. Это было немного странно, честно говоря.
Выглядело странно. Казалось, что в эту дырку нельзя залезть. Он так не сможет. Я все время ее недооцениваю. Это выход. Это записывай. Недавно здесь как-то стал кровью. Что? Довольно миленько. Отцы. Документ. Сейф. Ага. Я приходила, ты спал, и я предпочла не будить тебя. Прости, что оставляю тебя здесь на все это время. Но я не могу иначе. Остальные могут что-то заподозрить. Они слышали тебя, когда ты бредил. До сих пор задаются вопросом, откуда доносятся эти крики. Надеюсь, лекарство, которое я приносил... Подходить. Надеюсь, лекарство, которое я приносил, подействует в ближайшее время. Не знаю, когда я смогу вернуться, поэтому... Поэтому, видимо, прощай. Но в то же время я надеюсь, что ты подумаешь о нашем разговоре. Поверь, испытание является необходимым злом во имя добра. И как только ты станешь частью нашего сообщества, ты почувствуешь себя новым человеком. Я много думал и убедил себя в том, что помогал тебе поступать правильно. Как только ты поправишься, я провожу тебя так далеко, как только смогу. Знаю, насколько это трудно, но я верю в тебя. Интересно, кто эти два человека, которые разговаривали? Дейв, это вроде как наш друг. Но его здесь хотя бы нет, значит они ушли. Скорее всего, это и не Роза, это, видимо, Дейв и Андре были. Они, видимо, нашли этот дом, забрались в него и потихонечку тут жили. Поскольку он замурован, почему бы нет? Тихо, спокойно. Старика они знали. Ты в своей записке писал. А там же другой способ глянуть. А, ну да, тут бы я разбился. Concerning your problem. What do you want to know? I managed to get into the cellar. Really? What did you find there? А, помогал кто-то из своих, то есть. Практически одно и то же.
Ну, сливать своих или нет? An injured man used it as a hideout, and one of you helped him. Oh, really? So that's why my comrade moved away from the valley. Anyways, these matters are of no concern to you. Ну, замечательно, только да, мне бы что-то... Can you help me now? Well, кто мне yes, должен? You've earned it. Ask me what you want, and I'll see whether I can sort you out. Надеюсь, что выбрать нужно не что-то одно. So, is there a way to leave this place? Get away? Why would you? Once you overcome the trials, you will no longer want to leave. Don't give up. Я, пожалуй, попробую уйти. What can you offer me? Feel free to take apricots from our orchard. Спасибо. Even though you've probably helped yourself already, right? Stop for a moment and reflect. Have you ever given such value to food? Why should I think about the value of food now? You know, modern society has never cared about the labor of us farmers. We provide food that promptly gets wasted. Don't you think that's like spitting on our efforts? Modern society? I no longer wanted to work for a society based on consumerism. Но то, что вам промыли мозги, это и так понятно. Everything has importance, even leftovers. Our work is respected, and we can finally work happily. Here I can till the soil, and no multinational can take it away from me. Да, можно... Можно и в любом другом месте заниматься фермерством. Ну, платить налоги. Basically, you weren't happy with your old life? Try and understand me. Modern society, among other things, pushed me to burn all bridges. Unfortunately, I had a fight with my son. We haven't talked in a decade. He wanted me to sell my land to a multinational. I would never have allowed it, but he went behind my back and I lost everything. I said goodbye to my property and to my son. Но чем тут виновато общество, виноват сын? What can you tell me about this island? It seems like a world of its own. It is, and we're happy that it is. Out there, unfortunately, they're not yet ready to embrace a socialist community such as ours. Why do you all wear bandanas over your faces? All men are born equal. The bandana reminds us that nobody is better than anybody else. Не кажется ли, что это глупо? Я все равно вижу твое лицо. But does the world out there know about this place? Brother number one convinced Turkey to recognize the value of what we're building. Nobody can disturb us. Что там за брат? О, да, вот. Есть вопрос. Brother number one. Who is it? It's the man who built all of this. He carved out a paradise for us away from the system. And what do you have to say about the dead bodies? You can't see further than your nose. Brother number one wants to re-educate you. You must merit your place in our community. I see everything clearly now. I think I'll get moving along now. I'll return to my work then.
Вот вообще ничем не помог. Рик. Сбегать, посмотреть, что же все-таки находится там. Или дальше пойти. Трудный выбор. Так. Спуск, а где был подъем? За домом? Какую проблему? Пошумело? Ты отходил? Да, там жил Дейв. Один из моих друзей, раненый. И кто-то, ну вот, из общины ему помогал. Это он стонал в бреду. Неожиданно. It's one of the handiest all-purpose knots, especially useful when you go camping. You're the smartest daddy in the world. To make a stone knife, you'll need a sharp-edged piece of stone or scrap metal. Why would I make a knife? Why don't we just bring one from home? The less gear you bring, the more intimate of an experience you'll have with nature. Also, you can't always rely on your gear as a safety net. Отец прям готовил ее к поездке сюда. Be creative and find solutions with the material you find around you. Отец рассказал ей, как делать нож. Неплохо. Так, 7 утра. Прошли сутки. Дубовая чаща. О, дубовая чаща. А, совершить обмен. Там. Вот если вернуться назад, то скорее всего можно найти. Найти туристов. Вот оттуда нужно было, да, сюда прийти. Видимо, с горного перевала. Жаль, что карту нельзя двигать. Точно. А, там вообще проход только закрыт. Надо подглянуть. Не, ну, если это все сделал ее отец. Мне ее немножко жалко. Такая подстава. Я. Ну да.
Здесь неисследованная территория. Недоработанная. Хорошо. Ну да, видимо, тогда только один путь. Через горный перевал. А, и здесь тоже все закрыто. Тогда больше нет пути. Только вперед. По квестам. Бежать, друзей. Ну, возможно, еще по дороге встречу, хотя, может, кого-то одного потерял. Туристы, скорее всего, в перевале остались. Это там, где была лодка. Ну и обмен. Не так важно. Там ничего. Вот лифт, я серьезно надеюсь, что нельзя было никак обойти, нажать на кнопочку, он бы спустился, и ты минуешь всю вот этот вот весь вот этот подъем интереснейший, вот, и попадаешь сразу же наверх. Надеюсь, так нельзя было сделать. Мне нужно на север, и, в принципе, я иду на север. Хорошо, они говорят, что они никого не убивают. Это все испытание. То, в принципе, если убрать толстого сынулю, вроде все так, потому что я его ни разу и не встречал. Мало ли, что он ходит там с косой. Ну, подсолнухи собирать. Вопрос с карбалетчиком. Они точно меня убивали. А, так. Знакомая дорожка. Серьезно? Я просто не пошел чуть-чуть. Да, я же здесь тоже был. Даже вот спуск к домику. Тогда есть пара вопросов. Куда идти дальше? Все замкнулось. Видимо, в горный перевал. Или на скалы. Ну, отсюда, да, отсюда можно вернуться либо к скалам, где была лодка. Но человек говорил идти на север, с севера в восток. Северней пасть уже, по-моему, невозможно. Хотя, конечно, может быть, подразумевалось, что здесь не должно быть вот этого забора. И, видимо, секреты и загадки останутся там, потому что огромная еще территория неизведана. Тогда вижу только два пути: сходить обратно через горы и сходить к лодке. Потому что да, даже как такового задания не появилось.
куда-то еще идти, да, скорее всего. Мы так и не узнаем, кто такой брат номер один. Да, серьезно, хороший вопрос. Вот только не помню, как идти по синим стрелочкам. Надо как-то выйти на них. Вроде как они показывали какой-никакой путь. Кстати, а что будет, если вот упасть здесь? Забьешься же, да, тут высоко? Это как раз и есть та закрытая часть. Да, наверняка разобьешься. Да, вот где-то здесь можно выполнить, скорее всего, этот квест последний. И они говорили о лодке. Нужно как-то попасть на ту сторону. Вон и лодка. Прям какая-то готика первая. Там есть весь сейф, надо сделать нормальный сейф. Да, предположим, не попасть. Да, можно будет подняться. Кем? А, понятно, зачем? Вот и последняя.
Ну да, и где-то... Да, ну это, наверное, какая первая там игра. Самая. Возможно. Не первая, но где-то там. Обожаю первую готику. Вторая, естественно, тоже ничего. Но она как бы лучше, более насыщенная. А потом они стали... Эликс, вот, кстати, не играл, но есть там. Мне почему-то, опять же, не было времени. Так вот чисто глянул. Ой, угу. Классика, готика, звуки. Катывание по горам. Понятно. Да, конечно, знаю. Кто что не знает? Ведь первая готика была в очень удивительном полурусском, полунемецком переводе. Нужно ли мне сюда или мне вот здесь прыгать? Какой-то подъем, это спуск. Неизвестно, ладно. Здесь вроде как игра сохраняется. Не поддается. Хорошо. В плане готики или вообще? Ну, не знаю, давай. Какая проблема у Пираньи Байтс? Я бы вот сейчас метелку бы взял, кстати, неплохая. Ах, там еще, по-моему, был путь какой-то. Да, вот. Ага. Можно было что-то наверх подняться. И вот здесь еще. И вот здесь еще можно было куда-то пойти. О, уже очень близко. Ладно, там завал. Оттуда, я так понимаю, по-моему, я пришел туда. Что-то игра опять фризит здесь. Неприятно. Дальше. Кто умалчивает? Куда идти?
Вот вообще вот в той ты бы могла бы и зацепиться, а вот здесь ты решила сохраниться, я понял. Хорошо. Здесь я не был, так что уже неплохо. Вот я предполагаю, что это за дверь, но зачем делать такой круг, чтобы прийти в ничего? А, нет, все правильно. Надо открыть эту дверь на всякий случай. Мало ли. Выход. Это почти выход. Все еще высоко. Там? Не знаю, зачем там эти колышки. Все? Это самый низ. Так, там лодка. Рано. У меня такой же. Кто-то обладает моими навыками. Это мой отец. Это испанский? То есть кто-то из тех туристов вел список дел. Он очень похож на на мой. Видимо, там побывать в разных местах, не умереть. И в конце, видимо, речь идет о брате номер один. Там этот был неплохой, Ryzen. Ryzen был потом после Готики 3. Очень даже неплохой. По-моему, это было так. Мне даже страшно находиться здесь. О, еще и фляжка. Ну? А, понятно. Кто-то ее сжег. Я даже не всматривался. Видимо, на данный момент это все. Друзей вряд ли можно найти и сбежать острова. А вот турист.
Диего бы не помешал. Он бы мне что-нибудь дообъяснил. Хорошо, предположим. Проверим. О, серьезно, она умеет плавать. И что? Дима, верхом на лошади ты плаваешь, да? Да, далеко она не уплывет. Ну, видимо, это действительно все. Нет, наверх. А. Точно. Нет, в эту сторону там не пройдет. Вот же выход. Ну как? Как же выбраться? Ура! Да, все, наверное, больше я просто... Что? А? Братан? Да, вот, выход опять на север. И как-то здесь друганов слишком много стало. Если у них в планах доделать вот всю ту часть острова, это, конечно, колоссальная работа, так как сверху
будет видно, что вот тут очень небольшая территория. И на ней, на всей, мы были. Вот, вот она, эта территория, вот, вот башня, вот пляж с домом. Немножечко гор, вот особняк, вот это проход. И вот так вот. То есть это вот та территория, которая здесь. И запланированная территория. За горой вообще не видно, что там. То есть там территория еще в два раза больше. Да, Асматик. Хорошо, когда все открыто, все двери открыты. Лестницы спущены. Ну, они и были спущены. Когда тебе не нужно подниматься по этой башне непонятными способами. Ты так просто приходишь, нажимаешь на ручку. Это была боль. Меньше, чем на скалах, на вчерашних, но боль. Да, вот так примерно выглядела эта комната. И здесь лежат рации, здесь лежала еще одна рация. Ну вот так вот сегодня как-то коротко получилось даже. Хотя я так и рассчитывал, я надеялся, правда, уплыть с острова, а не найти сгоревшую лодку. Спасибо за просмотр. Спасибо. И надеюсь, что было интересно увидеть ничего.